земля! Что общего между девушкой и телевизором? Приносишь домой, распаковываешь и... Ну а после наступает ее очередь. Паша, я тебя люблю, ты меня ненавидишь, тебе срать на меня. Ты думаешь только о себе, лишь бы тебе было нормально. Как мне с таким дураком жить? С телевизором та же фигня. Стали известны новые подробности убийства женщины-фармацевта в лифте. Крупный астероид приближается к Земле. Пугающая информация. Планете грозит катастрофа. После того, как твой мозг хорошенько снасильничали, ты готов на все, чтобы это скорее прекратилось. И вот наступает тот самый момент, ради которого вся эта херня затевалась. Поминовать. Там сидит такой Рокфеллер, ему сто лет исполнилось, он тварь шесть раз сердце пересаживал. Так изо дня в день засираются мозги. Разница между девушкой и телевизором лишь в одном. Если у тебя прокачан скилл удачи, с телочкой может повезти. А телевизор всегда будет бездушным куском железа, насилующим твой мозг. Вне зависимости от модели. Ему понравилось. Лайк.